Когда-то мы все владели этим великим искусством, игрой на воображаемой гитаре. А потом выросли и стали занудами, а они нет. Они оттачивали свою технику и пробились на мировой чемпионат. Последний отборочный тур. Претенденты обкатывают свою программу в ночном клубе перед строгим жюри. Финал пройдет на площади в центре города. Жители Оулу придут туда семьями. Абы что творить на сцене не рекомендуется. Это искусство, в конце концов. Правила просты. Должна присутствовать гитара, и она должна быть невидимой. Должна присутствовать харизма, и она должна быть яркой. И третье. Здесь рады всем, откуда бы ты ни приехал и что бы ты ни надел. Россия! Россия! Так встречают Валентину из России, но здесь ее сценическое имя – электрический буррито. Отсюда кетчуп на лице и несколько эклектичная хореография. У меня есть студенты, я учитель. И я хочу им сказать, что не нужно ничего бояться, не нужно бояться выглядеть глупым. В чем-то это терапия, в чем-то способ самовыражения и в чем-то искусство. А для города Оулу это бренд, который встречает вас уже в аэропорту. Все-таки умеют финны создать аттракцион и извлечь пользу из позитивного безумия. И сами это признают. Создателем этого чемпионата был музыкант Юка Такала. Как именно он до этого додумался, я точно не знаю. Но надо быть достаточно сумасшедшим, чтобы до этого дойти. К вечеру весь Оулу стекается к центральной площади. В любом другом городе человека, играющего на улице на воображаемой гитаре, попытались бы вылечить. Здесь в этом смысле полная свобода. Играйте, что хотите. А в моем случае еще можно заработать дополнительные очки из-за красивые взмахи воображаемыми волосами. Но все это любительство. Послушаем профессионалов, которые готовятся выйти на сцену. Например, моего нового друга Джона из Флориды под псевдонимом «Сокрушитель». У вас должен быть артистический склад ума, чтобы здесь преуспеть. Уровень требований в этой игре растет стремительно. Люди постоянно находят новые способы выражения эмоций. Но я остаюсь верен старой школе и совершенствую именно воображаемую гитарную технику. О, а это любимец публики, австралиец под псевдонимом «Рыжий убивец». Между прочим, реальный претендент на чемпионство. Я беру гитару и чувствую, что это мое оружие, это мое выразительное средство, страсть, разрушение, нежность, энергия. Как всегда, впечатляют японцы. Прошлогодний чемпион – барышня, явно пришедшая из фильма «Звонок». Но этот год – год американцев. Вот оно, чемпионское выступление «Маркиза». И еще. Нигде больше так не радуются победе соперника, как здесь. И нигде больше так не восхищаются проливным северным дождем, который чуть не сорвал мероприятие. Это обалденно. В Австралии солнце ядерное. У меня сразу личность обгорает. А здесь самое то. Финляндия. Покажем им. Покажем. Илья Федоцов, Сергей Воробьев, Сергей Преображенский, НТВ, Оулу, Финляндия.